17 сентября 2018 года. Дикие сероводородные источники около санатория «Спутник». Несколько дней были проливные дожди, и обычно маловодная речка вышла из берегов. И теперь здесь вот такая красота. Вот на этом месте обычно находится небольшая уютная купальня с маленьким водопадом. Теперь же водопад льется по всей ширине площадки. И туда, так скажем, особо нет желания лезть. Камера не передает запах сероводорода, почет здесь, конечно, удар. Вот здесь вот так называемая первая ванна, самая мелкая, здесь даже вот дно просвечивает. Дальше идет вторая ванночка, поглубже. Сухой склон, и там третья уже такая поглубже, больше пояса, наверное, воды. А дальше идет речка. У меня сероводородные источники. Здесь опасно.
цвет воды именно вот такой беловатый из-за сероводорода.